Всех приветствуем на канале Мусалин. Сегодня будем делать шумоизоляцию на Lexus LX. Идет разборка автомобиля. Почти уже полностью разобрали. Как он выглядит в разобранном виде. Шумоизоляция присутствует, они в достаточном количестве. Будем добавлять. Итак, автомобиль полностью разобран. Готов к работе. Приступаем. Проклейки первого слоя вибро поглощающего материала. Если на полу еще какая-то шумоизоляция присутствует, то в дверях она совершенно отсутствует. Приступаем к работе. Закончили наносить первый слой. Вибропоглощающий материал. Также в дверях закончили проклейку первого слоя. Материал предварительно нагрет прокатным валиком. Вот так это все выглядит. Пол, крылья, арки. Приступаем к поклейке шумопоглощающих материалов. Завершили проклейку шумопоглощающего материала. И вот так это у нас выглядит. Пол в салоне. Пол в багажнике. Арки. Войлок толстый 15 мм. Также заклеим двери. Приступаем к сборке автомобиля. Поклеили третий слой. Блокатор. Довольно эффективный материал. Приступаем к сборке автомобиля. И завершили клеить двери четвертым слоем. Шумопоглощающий материал. Осталось только собрать. Салон полностью собран. Автомобиль готов. Все на своих местах. Как и стоял из-за того, как разбирали. Антискрип четырех обшивок в подарок. Всех четырех дверей. Все на месте. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Пока.